Привет, друзья! 7 декабря в 5 часов 37 минут в службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании на территории базы отдыха Черноморские Зори. Спасатели ГЭЧС были направлены на пожар по повышенному номеру вызова. Пожар был ликвидирован в 7 часов 10 минут, пострадавших нет. В ГЭЧС предполагают, что причиной пожара стало занесение источника зажигания неустановленным лицом. Ранее сообщалось, что в Одессе сгорел магазин депутата Одесского горсовета от партии Шария Анны Шабановов. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки.